tá muito pro meio. Пизда. Пизда мужику, блядь. Да ладно? Да. Мужик, ты чё, блядь, вообще сделал-то? Ментов вызвал? Да я все заснял и видеорегистратор, господи, чё ты? Ну ты чё? Ну звони ментам, ты стоишь-то, ебать. С ребенком, блядь. Да иди ты нахер, блядь. Рома, твою мать. Ты в адеквате, блядь, вообще я с ребенком. Чуть я Варя не подошла, да?
Охуевший, что ли, ептай мань. Вы помните, что каждую неделю по вторникам и четвергам стена. Это что такое, блин? Вас ждет викторина, дорогие литературы, литературы и искусства. Сейчас снимать на вас, скажите мой вопрос и пришлите замутый победитель получит в подарок замечательные книги. Сегодня я подарю вам роман Елены Вернер. Ну давай, 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 выдвигай. Вызывай. А он записан уже. Сначала присказка 15 сентября в 1790 года родилась известная английская писательница Агата Кристи. Одним из самых запоминающихся персонажей ее стала Уважаемый, ты видишь эти рекламы? Вы не едете на выпуск, я это прекрасно вижу. Вы пользуетесь сейчас этим некому закинем. Нарушаете сам административный кодекс. Хорошо. Сейчас дальше поговорим. Дальше. Вы не имеете права ехать. Поговорим дальше. Вызвай Гарри дальше. Сейчас будет тебя долбоёб, бля. Запчасти вырвали. Вот так быстро люди у нас в России ездят. Ну повезло, блин. Ну да, повезло не то слово. Малый в рубашке родился. Просто в рубашке. Я бы даже сказал, не в рубашке, а сразу с иконкой и с крестиком. А я могу одеть, блядь, видишь?